Всем привет, добро пожаловать обратно на мой канал. Сегодня суббота, 12 января. Прошли новогодние праздники. Мы приехали в Мюнстер на шопинг. Здесь очень много магазинов, ресторанов. Можно провести время, потратить деньги, покушать, погулять. Здесь очень красиво. Мы приехали сюда на поезде, не стали ехать на машине, потому что это всего лишь 40 минут от нас. Но идет дождь, а не погуляешь. Чё? Дождливая, пасмурная, сырая. Но при этом очень много людей на улицах, потому что, как я уже сказала, здесь правда очень большой выбор одежды, магазина на любой вкус, на любой кошелек. Здесь проходит одна из самых больших ярмарок в Германии. Ну, рождественская ярмарка, мы на ней были позапрошлом году. Она начинается отсюда и идет вокруг по всем этим улицам. Внутрь не зайти, он закрыт. Вот я мой. Внутри я ни разу не была, видела его только снаружи. Правда, у меня Пума, но расцветка одна и та же. То же самое. А это Триумф. Хорошее белье. Мне особо никогда не нравился выбор в галерее, потому что здесь выбор... Я считаю, что здесь очень большой ассортимент одежды для женщин, ближе к 50. Поэтому мы здесь задерживаться долго не будем. И пойдем в другой магазин. Конца края нет. На той стороне есть Соливер, Онли, но там тоже такой выбор мне не очень понравился. Так себе. У меня такая шуба была, когда мне был один годик. Мама сшила ее сама. Вот один в один. Сколько? 69 евро еще за это нужно отдать. Не знаю, кому-то нравится. На вкус и цвет товарища нет. Или вот. Вообще нитка торчит. Ну, например. Например, это вообще без цены. Например, Томми Хилфигер. Курточка. Стоила 229, сейчас она стоит 119. Вот такая. Это первый этаж, мужской отдел. По-моему, там еще один есть. А мне кажется, здесь вообще все вперемешку, там женское. В этом магазине более такой современный выбор одежды, более молодежный. Вот я.
Что на мне сегодня? Шарфик. Худи от Puma. Леггинсы от Puma. Это костюм. И ботинки Tommy Hilfiger. Я их купила тоже недавно, пару дней назад. Ага, такая куртка интересная. Мужская. Что вельветовые куртки в моде. Еще скидка на нее 50%. Но не знаю. Мне лично совсем не нравится. Цветочки. Домой, потому что идет дождь, мы все промокли. 3 минуты до нашего поезда, но вряд ли мы успеем. Лена с Олегом еще далеко за нами. Я думаю, что мы успеем только на следующий поезд. Следующий поезд через час. Покупки никакие мы не совершили. То размера нет, то не нравится. Но, скорее всего, одна причина. Просто у нас все есть. И нам больше ничего не надо покупать. Уже шкаф ломится от этих вещей. Не, везде красный, мы точно не успеем. Тем более мы не знаем, с какого пути отходит наш поезд. Нет, неправильно пошли. Да. Где они, непонятно? Мне Катю даже не видно еще. Вот. А нет, вон они, да. Успеем. Муж все надеется, что мы уедем. Наш поезд спустя час. Слава богу, не опоздали на этот поезд. Давай, Данил, поиграй нам. Дай нам концерт. Концерт нам дай, поиграй. Молодец. Молодец. Здесь тоже одна струна. Нет, здесь две. Две. Было бы у меня еще время его попробовать. А то с Данилом вообще ничего не попробуешь. А это я не знаю, что принесли в стопке. Водочка. Ну нет, я не заказывала. Мама. Да, Данил, с тобой надо играть. Господи, тебя еще снимать надо. Да это у нас гиперактивность. Сок, на, я обычный. Будешь пить? Пей. Молодец. Давай, давай. Давай. Ой, еще и позирует там. Смешно такое. Да, это начос с рыбным соусом, сырным соусом, а это что, просто хлеб. Булочки. Вот сейчас Данилке я дам. А, это вы на двоих взяли, да? Прикольно. Я думаю, это там все. Вкусно. Очень аппетитно выглядит. Салатик мы уже доели. Это курица, Катя, может это твое? Это твое? Это мое блюдо. Ты поешь этот стейк? Я там что, полкило? Порция огромная. Ну. Но...
Всем доброе утро. У нас четверг, 17 число, 7:30 утра. Мы собираемся в садик. Данилке я уже приготовила его завтрак. Фрукты, да, омлет с колбаской, два йогурта, еще колбаска и бутербродик. Закрываем. Не снимала пару дней, так как у нас были гости. Вчера они уехали. Нет, позавчера они улетели. Позавчера они улетели. Вчера я перегладила его одежду. Таким образом я складываю. И вот так я складываю все маечки. Раз. Раз, два. И в такие контейнеры, которые я покупала в IKEA. Они, наверное, у многих есть. Не знаю, мне так удобно. Когда ящик, я вижу сверху, что у меня лежит. Не так сложено в стопочке, что в стопочках не видно. И штанишки точно так же я складываю. Раскручиваю. Данилу не понравился тот костюм. Он выбрал вот эти штанишки и рубашку. Да, он у нас такой. Если ему одежда не нравится, он не один. На новогодних праздниках я ничего такого не хочу выдумывать. Ну, в плане еды. Просто сделаю обычные рыбные котлеты из филе, лосося. Лук, зелень, два яйца. Мне кажется, я многовато нарезала зелени, чтобы половинку, наверное, добавлю. В глубокой тарелке смешайте нарезанное филе лосося, лук, зелень, яйца, растительное масло, соль и пищевую соду. Хорошенько смешайте, чтобы у вас получилась довольно густая, но не крутая масса, такая, чтобы ее можно было легко зачерпнуть столовой ложкой. При необходимости раздвиньте ноги, сядьте на кресло. Я шучу. При необходимости разбавьте слишком густую смесь. Добавив у нее одно яйцо. При необходимости раздвиньте ноги и добавьте одно яйцо. Картошку, которую мне прислал мой друг из Нью-Йорка. Сегодня я открыла M&M's. Тоже такая рождественская упаковка. Спустя месяц. Здесь так раз достаешь. Одной рукой неудобно. Можно подписать от кого, кому. Например, если вы это семьей открываете. Просто они в лимитированной упаковке, в принципе. Вот и все отличие. Стопроцентный. 44 калории на 100 миллилитров. Не знаю, сколько сегодня я калорий употребила. Мне кажется, больше нормы. Просто сорвалась последнюю неделю. Мне было все равно, насколько я поправлюсь и как я буду худеть. Просто хотела жрать, потому что я мороженое вечером каждый день. Шоколадки, конфетки, все что угодно. Вот у меня везде шоколад стоит, даже сейчас вот здесь под рукой есть. Сегодня я доела этот M&M's, черно-белый шоколад. Вот я дура, я стою и ем. Зачем? Знаю, что мне худеть очень сложно. Но чтобы похудеть, мне просто не нужно есть примерно недели две после 6 и бегать каждый день. Я помню, в 2015 году я бегала каждый день примерно по 3 часа в день. Я убегала в 9-10 вечера и возвращалась 12 час ночи. По-разному. И могла встать спокойно в 7 утра. Как огурчик. Виноград. Это получается какой-то мукбанг. Приезжал мой родной дядя с его семьей, с дочкой. Дочке 15 лет. В Берлине мы встретились и поехали в Польшу на 4 дня. Потом по дороге в Берлин мы решили, что нужно заехать в аквапарк. На следующий день мы поехали в Tropical Island. Провели там весь день. И на следующий день уже сюда приехали домой. Лена заболела.
жена моего дяди. Она заболела, у нее была температура. И съездили мы только в Мюнстер на шопинг. Вообще ничего не купили. Зашли в Тимберленд. В принципе, там есть скидки. В прошлом году они себе покупали Тимберленд. Они в прошлом году тоже были у нас. Три за последние 3 недели. Купила 3 пары обуви. Ну, скорее всего, мне правда ничего поэтому не нужно было. А плюс в декабре мы заказали себе карнавальную одежду. То есть это новая куртка, перчатки, очки для сноу, да, очки для катания. Да, и так по мелочи. Поэтому, скорее всего, просто из одежды ничего не нужно. А сейчас мы еще заказали себе интимисими нижнее белье. Оно должно прийти через несколько дней. 70 подписчиков, да, сегодня отмечаем юбилей. Сегодня посмотрела я статистику и обнаружила, что за последние 6 месяцев существования моего канала от меня отписались 19 человек. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. И все, до новых встреч, пока-пока.